Во все времена были мудрецы, которые хотели знать, как был создан мир. А может быть, кто-то из них знает? Вся мудрость, знание и доброта неведомых сил собрались в одной точке. Объединились и воплотили себя как материю. Из этой материи образовалась целая вселенная, полная разнообразных, великолепных миров. Каждый из этих миров уникален, и каждый мир заслуживает того, чтобы быть исследованным. Готов ли ты к путешествию между мирами?